Южноуральца отправили на 4 года за решетку за налет на банк 5-летней давности. Его 6 соучастников были пойманы еще спустя месяц после ограбления. А вот 7-му преступнику удавалось скрываться от полиции, но его нашли и посадили на скамью подсудимых. По данным следствия, преступление произошло в сентябре 2015 года в Озерске. Группа мужчин хотели ограбить банк и забрать 2,5 миллиона рублей. Но довести задуманное не смогли. Двери сейфа оказались в высокой степени защиты. Следствию тогда удалось задержать 6 человек, а еще одному удалось скрыться, но теперь и он наказан. 40-летний южноуралец признан виновным по статье «Покушение на грабеж» и отправлен за решетку на 4 года.